Здравствуйте, дорогие мои подписчики! Я вас приветствую! Вы в гостях у Елены в моем огороде и в саду. Хочу показать, как цветут гладиолусы. Вот такие вот белые. Как мы укореняли их в вермикулите. У меня есть на канале. Посмотрите, какая прелесть. Смотрите. И жужжалки, пчелки-моталки. Тут все тут белые, как невесты. Это нечто. Просто завораживает. Рядом с подсолнухами. Загляденье просто. Посмотрите, какая прелесть. Эти вот попозже. Эти вот самые первые начали. Посмотрите, какая красота. Посмотрите, желтые. Очень, очень красиво. А эти вообще открываются, начинают открывать черными такими. А потом вот такие красивые делаются. Вот эти, посмотрите, какая прелесть. Посмотрите, какой цветок. Вот моя рука, и вот он. Просто нет слов. Видите, какие они красивые. Вот так вот они у меня вот здесь посажены. Очень красиво. И я подвязываю за палочку, кучечка. Я люблю куртинками сажать. Очень красиво, видите? У меня тут три палочки. Да, не то, что три, прям даже можно каждому. Вот я подвязала. Очень красиво. Видите, тут вот вдоль дорожки. Очень красиво растут. Просто красота. Ну, что я сейчас вот делаю им? Просто поливать, рыхлить комплексным удобрением для цветов, для цветущих цветов, и все, те, что цветут. Вот и все, в принципе. Ничего такого я больше им не делаю. Просто подкормка, рыхление. Вот и все. Любое. Любое комплексное удобрение. Не обязательно для луковичных. Если купите для луковичных, это тоже неплохо. Вот. Ну все, вот такое небольшое коротенькое видео хотела снять, показать вам. Все же мы с вами вместе укореняли в вермикулите. Вот, и потом я посадила, и теперь как бы показываю, как они цветут. Конечно, они уже начали некоторые пораньше, есть ранние, есть средние, поздние. То есть каждый в свое время начинает цвести. Ну все, на этом заканчиваю свое коротенечкое такое видео. Желаю вам всего хорошего, удачи, пусть ваш сад цветет и радует вас своим цветением и благоуханием. Пока-пока!